Май – последний месяц учебного года. Для большей части учеников наступают долгожданные летние каникулы, а для учеников 12 классов заканчивается процесс обучения праздником последнего звонка и наступает экзаменационная пора. В Ярвинской русской гимназии 30 мая прозвучал последний звонок у 12 классов. Свой учебный путь окончили 37 учеников. 7 из них окончили Ярвинскую русскую гимназию с медалью, всего 4 золотых и 3 серебряных медалей. Это был особенный день, потому что многие вчерашние гимназисты совсем скоро начнут свой путь в большую жизнь, а гимназия навсегда останется в их памяти. Светлана Владимирова сказала огромное спасибо всем, кто приложил много усилий, чтобы этот учебный год стал успешным. Я хочу пожелать всем выпускникам хорошего полета в будущей жизни. Дорогие выпускники, летите! Пускай ваш полет будет таким, которым вы себе задумываете. Поднимайтесь выше, смотрите на мир с разных точек зрения, потому что мир красив, потому что впереди вас ждет удача и успех. Добрый день, товарищи! Что там небо, самолеты, облака? Берите выше! Школа — это... Космос!